Доброе утро, дорогие мои друзья! Я сегодня буду готовить коктейль омолаживающий и очищающий. Вот у меня здесь листья, лимонник, крапива, базилик, имбирь. Это... Вот. Огурец. Орзу называется. Три огурца у меня. Маленькие. Груша. Очищает организм, наполняет витаминами, микроэлементами. И помолодеете, и похудеете. Весна, лето, будете красивенькими. Так что, дорогие друзья, готовьте, как вам понравится. Можете все добавить, что вам желательно, по вашему вкусу. Вот, дорогие друзья, а теперь я добавляю молочка. Вот, я добавила, дорогие друзья, 50 на 50. 50 молочка, 50 горячий. Теперь начинаем. Вот и все. А теперь наливаем по стаканчикам. Добавила мед, не добавила. Хотите, добавьте. Каждый по вкусу, по желанию. Вот, дорогие друзья, наш омолаживающий, очищающий организма коктейль готово. Цветастый коктейль. Здесь крапива, базилик, лимонник листья, огурец, имбирь, груша и молочка. Все мы через блендера пропустили, и у нас готовый коктейль. Хотите, добавьте сахар, хотите, добавьте мед. По желанию, что хотите, то и добавьте. Это вот на утро натощак. Так что доброе утро, приятного аппетита, дорогие мои друзья, милые подписчики. Пишите комментарии, если что-то у меня там не хватило, может, что-то я не добавила. Так что мне это нравится.
кашеобразный коктейль.